Всем привет, меня зовут Жанна, это мой канал о вязании. Сегодня мы с вами научимся вязать вот такой интересный ажурный узор. Раппорт этого узора состоит из 17 петель, это 3 изнаночные в начале, плюс 14 петель узора и для симметрии еще 3 петли в конце. То есть 17 петель плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные петли, 22 петли. И в высоту раппорт составляет 19 рядов. Здесь у меня связано в высоту 3 раппорта. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные. Накид. 3 лицевые, далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки, девять лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Вот мы провязали один раппорт, повторяем его до конца ряда. Второй изнаночный ряд и все изнаночные ряды провязываем по рисунку. То есть там, где видим изнаночные, вяжем изнаночные, там, где видим лицевые, вяжем лицевые. Накиды провязываем изнаночными петлями за правую стенку. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки. Далее 8 лицевых. Повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. Пятый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные. Две лицевые. Накид. Три лицевые. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево за правые стенки, 7 лицевых. Повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. Седьмой лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные. 3 лицевые. Накид. 3 лицевые. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 6 лицевых. Повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. Девятый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее 3 изнаночные. 4 лицевые, 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых.
Повторяем этот раппорт до конца ряда необходимое количество раз. 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные. Пять лицевых, накид, три лицевые, две петли вместе лицевой с наклоном влево, четыре лицевые. Повторяем этот раппорт до конца ряда. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее 3 изнаночных. 6 лицевых. 3 лицевые. Две петли вместе лицевой с наклоном влево, три лицевые. Повторяем этот раппорт до конца ряда. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные, 7 лицевых. 3 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Повторяем этот раппорт до конца ряда. 17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. 3 изнаночных. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 3 лицевые. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Повторяем этот раппорт необходимое количество раз до конца ряда. 19 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее 3 изнаночные. Девять лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 3 лицевые. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 20 изнаночный ряд провязываем по рисунку. Из 21 лицевого ряда начинаем повторять раппорт сначала с первого ряда. Вот такой интересный узор у нас с вами получился. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну а я приглашаю вас также посмотреть и другие узоры на моем канале.